В рубрику «Мобильный репортер» на сайте телекомпании ТВК обратился очевидец дорожно-транспортного происшествия с участием пешехода. Девушка по имени Наталья сообщила, что 11 мая около 21:00 на остановке «Универмаг» был сбит пешеход. Водитель на белой иномарке с места происшествия скрылся. Получить комментарий в ГИБДД по этому поводу пока не удалось. Ну а если и вы стали очевидцем какого-либо происшествия или хотите рассказать об интересном событии, присылайте свою новость в рубрику «Мобильный репортер» на наш сайт tvk.tv.